Глубокоуважаемый президиум, уважаемые коллеги, доброе утро. Прежде всего, позвольте выразить благодарность организаторам форума за предоставленную возможность выступить здесь и представить вам результаты нашей работы. Я представляю здесь на форуме Москву Центр детской гематологии, онкологии, иммунологии имени Дмитрия Рогачева, отдел нейроонкологии. Работа наша посвящена изучению прогностических факторов при медулобластомах у детей младше 5 лет. Медулобластома относится к одним из самых распространенных злокачественных новообразований центральной нервной системы у детей. На ее долю приходится около 20% всех опухолей головного мозга в данной возрастной когорте и до 40% опухолей задней черепной ямки в детском возрасте. Гистологически медулобластома представлена примитивными нейроэктодермальными зародышевыми клетками, наиболее частая локализация опухоли – червь мозжечка. Медулобластома встречается в любом возрасте, однако случаи описания ее у людей старше 40 лет крайне редки. Мальчики болеют несколько чаще девочек, соотношение по полу достигает 1,5 к 1 по данным разных авторов. Заболеваемость медулобластомой варьирует от 0,47 до 1 случая на 100 тысяч детского населения в год, без значимых географических различий. Важно отметить, что у детей в возрасте до 2 лет медулобластома является второй по частоте опухоли. Данный слайд демонстрирует современную классификацию медулобластом. Рассматривается эта классификация в рамках современных представлений о классификации опухолей центральной нервной системы Всемирной организации здравоохранения. Принят последний пересмотр год назад, в 2016 году. И здесь мы видим, что помимо ранее использованной гистологической классификации опухолей, на первое место выведена классификация генетически верифицированных медулобластом, так как на данный момент именно молекулярные генетические факторы опухоли являются наиболее значимыми не только в стратификации пациентов на группу риска, но также позволяют определить объем и интенсивность терапии и с известной долей вероятности спрогнозировать исход заболевания. На данном слайде с правой стороны продемонстрированы гистологические варианты медулобластомы на гистологическом уровне. Их 5, и в настоящее время гистологическая классификация медулобластом по-прежнему имеет место быть, так как технически, во всяком случае, то, что касается нашей страны, проведение стратификации по молекулярно-генетическим факторам риска подавляющим в абсолютном большинстве случаев остается недоступно. Пару слов об актуальности темы. Ежегодно в нашей стране регистрируется порядка 200 первичных случаев злокачественных опухолей головного мозга у детей в возрасте с рождения до 4 лет. К сожалению, точной статистики медулобластом мы не имеем в нашей стране, но даже если априори принять во внимание тот факт, что около 20% опухолей головного мозга приходится на медулобластомы, то эта цифра достигает порядка 40 новых случаев в год. Если принять во внимание тот факт, что первый пик заболеваемости приходится на возраст 3-4 лет, то в исследуемой возрастной когорте, вероятно, эта цифра еще больше. К факторам неблагоприятного прогноза общепринято на данный момент относится возраст младше 12 месяцев, также по данным разных авторов, объем опухоли на момент диагностики, частота метастазирования, отказ или отсрочка от лучевой терапии также влияют на прогноз. На данном слайде представлены современные представления о прогностических факторах риска медулобластом. Приняты они в конце 2015 года, и помимо стандартных двух групп риска, стандартного и высокого риска, мы видим, что выделены группы низкого риска, очень высокого риска. Также имеется большая, довольно большая группа тех критериев, которые требуют уточнения в своей прогностической роли. Хочу особый акцент сделать на тот факт, что данные прогностические факторы приняты для пациентов старше 3 лет, то есть группа детей с рождения до 3-летнего возраста по-прежнему не имеет четко верифицированных определенных факторов риска на данный момент. В нашей работе, о которой я буду рассказывать, всем пациентам проведено молекулярно-генетическое исследование. Выполнено оно в Германии. Результаты этого исследования любезно предоставлены нам коллегами, его проводившими. И молекулярно-генетические исследования выполнены с использованием полногеномного анализа метилирования ДНК.
Буквально пару слов об этом исследовании. В настоящее время эта методика является референсной. Она основана на использовании ДНК, соответственно, лишена тех ограничений, которые имеют методики, использующие РНК. Позволяет данная методика проводить анализ параллельно с определением аномалии числа копий генов и хромосомных аномалий. Метилирование ДНК – это присоединение метильной группы к цитозину в определенном положении. Метилированный цитозин затем может окисляться определенными ферментами и деметилироваться обратно в цитозин. Соответственно, сопоставление исходной и конечной последовательности позволяет выявить статус метилирования тех или иных регионов. На данном слайде представлено современное оборудование для молекулярно-генетических исследований. И теперь позвольте поделиться собственным опытом. В наше исследование мы включили 48 пациентов в возрасте 5 лет с первично диагностированной молекулярно-генетически верифицированной медулобластомой. Период наблюдения составил с сентября 2002 по январь 2017 года. Наиболее часто у пациентов была верифицирована медулобластома группы 3. На втором месте по частоте встречалась SHH-медулобластома, на третьем месте медулобластома группы 4. У одного пациента диагностирована медулобластома ВНТ. Этот пациент получил тотальное удаление опухоли, он имел М0 стадию, получил стандартное лечение. В настоящее время он жив, без признаков прогрессирования заболевания. Медиана время наблюдения составило 52 месяца. Данный слайд демонстрирует подробные характеристики распределения пациентов по стандартным критериям. Возраст, объем операции и другие критерии. Позвольте, я не буду подробно останавливаться на них, скажу только, что все показатели, которые мы здесь получили, соответствуют распределению и по группам риска, и по факторам, которые мы видим в литературе. На диаграмме слева наглядно представлено распределение пациентов в зависимости от группы медулобластом. В 44% случаев наиболее часто встречалась медулобластома группы 3, в 29% SHH-медулобластома, в 25% медулобластома группы 4, у одного пациента ВНТ-медулобластома. Два слайда, которые представлены с правой стороны, верхний слайд демонстрирует выживаемость без прогрессии у пациентов указанных групп, и мы видим статистически достоверные полученные различия. Наиболее низкие показатели выживаемости демонстрирует группа 3, что также сопоставляется с литературными данными. При анализе общей выживаемости статистически достоверных различий не получено, однако также мы видим, что наиболее низкие показатели выявлены при медулобластоме группа 3. Также мы проанализировали выживаемость без прогрессии в зависимости от амплификации онкогенов МИК и МИКН. Амплификация гена МИК выявлена в 3 случаях. Все эти случаи относятся к медулобластоме группы 3. И в 2 случаях выявлена МИКН амплификация у одного пациента с медулобластомой группы 4 и одного пациента с медулобластомой группы SHH. Мы видим, что амплификация генов МИК и МИКН ухудшает выживаемость пациентов. И хотя статистически достоверных различий мы не получили при анализе данных факторов, можно сказать, что пациенты группы 3 без амплификации данных онкогенов имеют лучшую выживаемость. Далее представлены кривые выживаемости в зависимости от групп медулобластомы. Мы видим, что если анализировать группу 3, то пациенты младшего возраста демонстрируют худшие показатели выживаемости. Также худшие показатели продемонстрированы при нерадикальных операциях и при М+ стадии. Объем резекции влияет на выживаемость в группе 4 медулобластом.
в зависимости от возраста медулобластома SHH группы младшего возраста демонстрирует также худшую выживаемость. Применение лучевой терапии значимо не влияло на выживаемость пациентов с SHH медулобластомой в нашем исследовании, однако получено статистически достоверное различие при анализе выживаемости в зависимости от локального введения метотрексата. В нашем исследовании мы получили результаты, что пациенты с SHH медулобластомой, получавшие метотрексат интравитрекулярно или интратекально, демонстрируют статистически достоверно худшую выживаемость по сравнению с теми пациентами, которые не получили региональных введений метотрексата. Поскольку когорта пациентов у нас небольшая, нам удалось получить лишь два статистически достоверных результата выживаемости, а именно, что пациенты группы 3 демонстрируют худшую выживаемость, и также пациенты с медулобластомой SHH, получавшие интравентрикулярное интратекальное введение метотрексата. Во всех остальных случаях мы пока можем говорить только о тенденциях. Так, наихудший прогноз отмечен у пациентов с медулобластомой группы 3, имевших остаточную опухоль и распространенную стадию процесса выше М0. Прогноз у детей с медулобластомой младше 5 лет ухудшается при наличии амплификации онкогенов МИК и МИКН. Объем резекции влиял на выживаемость в группе 3 и группе 4. Проведение лучевой терапии значимо не влияло на показатели выживаемости SHH медулобластом. Наилучшие показатели выживаемости в нашем исследовании продемонстрированы у пациентов группы 4. В заключение, конечно, хочется сказать, что необходимо дальнейшее определение влияния молекулярно-генетических факторов на выживаемость пациентов младшей возрастной группы с медулобластомой. И мы, конечно, планируем дальнейшие исследования. Здесь приведен анализ 48 пациентов. В настоящее время у нас уже около 70 пациентов с молекулярно-генетически верифицированными опухолями. Так что работа наша не закончена. Ну, мы хотим выразить благодарность всем регионам, с которыми мы сотрудничаем, и надеемся на дальнейшую перспективную работу. Благодарим за внимание. Девиз нашего центра: мы верим, что все заболевшие дети будут здоровы. Спасибо. Спасибо, Екатерина Александровна. Вопросы? Да, пожалуйста. Мы не представили данные по метилированию CpG-островков, которые смотрели на микрочипе. По метилированию данные не представили. Они еще не проанализированы или просто их нет? Ну, мы в нашей работе исследовали пока только те факторы, о которых я сказала. Конкретно выживаемость от тех или иных факторов при молекулярно-генетических исследованиях вы имеете в виду? Вы сказали, что вы делали метилирование на базе иллюмина. Да. Да, но данные по метилированию не представили. Ну, это больше клиническая работа, поэтому я представила клинические данные, а все данные, в том числе по метилированию, будут проанализированы, когда мы наберем когорту пациентов больше. Александр, скажите, вот вы установили, да, худший прогноз у определенной группы пациентов и какие-то тенденции выявили. А как в зависимости от этого вы планируете, должна ведь как-то меняться тактика обследования и лечения таких пациентов? Ну, конечно, те пациенты, которые имеют худший прогноз, должны изначально планироваться на более интенсивную и более объемную терапию. И наши исследования, в том числе, ну не только наши, да, в любом случае, исследования детей маленького возраста направлено прежде всего на возможность либо отказа, либо отсрочки от лучевой терапии, снижение интенсивности химиотерапии. То есть мы тоже планируем выявление факторов риска. Спасибо. Екатерина Александровна, пожалуйста. Касательно применимости вашего вот этого исследования, вы сказали, что генетические исследования проводили в Германии, да? А у нас что, в России не проводят такие исследования? Ну, если проводят, каким образом логистически можно в последующем применить данную методику? То есть поступает ребенок с медулобластомой. То есть надо проводить исследование, затем определять тактику. Как скоро это можно сделать? Спасибо за вопрос. Методика, которая здесь проведена, да, Иллюмина, она в нашей стране недоступна. В настоящее время стратификация пациентов на группу риска возможна только в нашем центре, в Национальном научно-практическом центре имени Дмитрия Рогачева. Там используется другая методика, наностринг. Она больше клинически применима, потому что позволяет получить результаты в более короткие сроки.
Ну, а поскольку она доступна в нашей стране, ее, естественно, можно использовать для сертификации пациентов на группы риска. В идеале, конечно, проводить исследования до начала терапии, поскольку они позволят, полученный результат позволит спрогнозировать объем и интенсивность проводимой терапии. Когда ребенок уже начал, а может быть, где-то в середине терапии, уже весьма проблематично что-то менять, получив результаты. Конечно, в идеале эта стратификация должна проводиться после этапа хирургической резекции опухоли. Меня зовут Кумирова Вячеславна, я руководитель как раз этой работы. К ответу, который уже вот прозвучал. Методика наностринг, которая у нас применяется, тоже буквально начала внедряться в нашу практику. Она, к сожалению, тоже остается еще пока не совсем совершенной. Это есть зарубежные работы, говорящие об этом. И 20% опухолей, которые мы диагностируем с помощью этого метода, они могут, особенно дифференциация между третьей группой, медулобластом и четвертой, могут быть неправильно верифицированы. Соответственно, и прогноз, и лечение тоже будет другое. Кроме этого, если мы берем методику наностринга, у нас должно быть все 100% медулобластом безотбойные. То есть гистологически мы должны быть уверены в диагнозе. Это медулобластом, а не АТРА, не ЕТМР, новая редкая эмбриональная опухоль. И даже глиобластомы иногда маскируются под диагноз медулобластома. Мы с вами, для нас это не секрет, те, кто работает в нейроонкологии, об этом прекрасно знают. Поэтому вот эти пациенты, они могут попадать, наностринг их выделяет как CHH группы медулобластом. Были такие работы, которые сравнивали 450К иллюмина и наностринг. И в этой ситуации, конечно, вот, уточнение гистологических данных и внедрение именно этой методики метилирования, что позволяет вот, более точно определить группы медулобластом, это перспектива, в том числе и для нашей страны.